Потому что мне дверей. Там уже вещь. Вот. Да, там уже вещь. Ну, красиво. Очень красиво. Смотрите. Вася, иди, Вася. Вася вышел. Вася вышел на лане. Главное, покупатель. Красивый. Итак, давайте мы попробуем оценить. Вот за сколько бы вы их купили? Часы очень удобные. 500 рублей. 500 рублей, Кирилл. Предлагает за эти часы. Ну, немного, надо сказать. Ну, так аукцион же. Тем не менее, мы начинаем с 500 рублей. Часы 18 века, фирма Парис. Я бы сказал, Бригит. Вань, значит так, я напоминаю, что все можно брать в кредит. Кредит не ограничен, без процентов. Вещь сегодня, деньги. Завтра. Ну или послезавтра. Молодые люди, слышите? Вань, кредит можно. Кредит. Детям даже сказать неспокойно. Так что вот, значит, сколько? 700, да, кто сказал? Кто сказал 700? Стой, конечно. 800 назвали. 800, кто назвал 800? Не слышал, кто 800 назвал? Вот девушка зеленая. Вы назвали. 800. Восемьсот два. 803. Первый лот ушел. Мы поздравляем. Нет, все уже. 800 рублей. Значит, мы поздравляем, потому что аукцион начался. Ну, хорошо, начнем с этого. Так, ну это только для... Да. Значит, объясняю. Для ценителей, да? Это не просто настоящее грузинское. А грузинское вино, произведенное нашим другом Шалой Тесуряни, это вино, которое он делает на своих виноградниках, или даже делает, оно 2003 года. Этого вина произведено всего 301 бутылка, то есть вино коллекционное. А здесь 128. Я думаю, что на последнем, то, что остальные... А 173? Не, там да. Еще и другие. Там, ну, в общем, конечно, такого вина нигде никто никогда не купит, даже не попробует. Это действительно настоящее, чудесное, прекрасное коллекционное грузинское вино. А в свое время, когда это вино было привезено сюда, оно уже тогда стоило 100 долларов. 100 долларов бутылка, оно уже стоило тогда. И поэтому с этой цены, да, оно, 100 долларов, то есть 3200, первая цена, мы начнем этот лот. Вы пока подумайте, если есть желающие сразу назначить цену, то, пожалуйста. 3500. 3500. Хитрая Марина, знает. Она знает. Она правда. Без хитрости. Давай. Сейчас ей повезет больше всех. Представляете, такое вино открыть на праздник? Оно запечатано сургучом. Оно без всякой серы. Абсолютно. Без всяких добавок. Настоящее такое вот. Чудное вино. Хорошо, 3700. 3700, Полина. Осторожно добавляют, осторожно. 3700. 4. 4, нормально. Уже 100 евро. Это хорошо. Чуть меньше 100 евро. Правда. Давайте, может, кто-нибудь дотянет побольше. 4200. 4200. Отлично, Даша. Отлично. 4500, хорошо. Хорошо. 4500, раз. 4502. Смотрите, Даша, это действительно отличное вино. Марин, ты его пробовала, а ты нет. Ну? 4600. Но это вино стоит того, честно говоря, оно стоит. Стоит дороже значительно. Просто мы всегда для своих. Вот здесь все по-честному, как всегда у нас. Итак, 4600. 4600, раз. 4700. 4700, отлично, 4700. 4800. 4800. Что-то делать, а что там по 100 рублей? Вы можете сразу так раз, 5, вот это хорошо. 5 раз.
5500 Матвей, молодец. Настоящий мужчина. Сразу, раз, 5500 и все. Настоящий мужчина, уступаю. Может быть, сейчас как-то, знаете, тайный там. В глубине будет сейчас Боря. Где Боря? 5500 раз. 5502. 5500 с ниточкой. 5500 с иголочкой. Ну что же, три. Благодарим. Это в семейном кругу. Благодарю с вами. Поздравляю. Устал, Саша, позвольте.